Смотрел бой Хабиба? Смотрел, конечно же, да. Получилось, что проснулся так в 7 с чем-то и со второго раунда. То есть потом повторе смотрел первый раунд, а многие ребята, как Ора мне написал, он прям ждал, друзья. У меня все смотрели, дома у меня вообще все смотрели, то есть даже там с 6 утра, с 5, то есть все бои. Смотрел. Ну, честно, мой прогноз и сработал, хотя мне многие тоже звонили, спрашивали, я не хотел в это влезать. Я говорил, что теневой фаворит Хабиб, потому что если первые двух раундов Макгрегору ничего не удастся сделать, то дальше он выдохнется и что-то произойдет. Так и получилось. То есть, мне кажется, тут был вопрос двух раундов. То есть, понятно, что в стойке Конор сильнее, Хабиб за счет партера доминировал. Ну и потом, когда уже чуть подвыдохся Конор, он еще и уже и в стойке начал немножко уже даже его потряс одним ударом. В целом ожидаемо. То есть немножко, мне кажется, в этом бою разочаровал Макгрегор, потому что для Хабиба это был такой грандиозный бой первый, для Макгрегора нет, но в целом Хабиб очень достойно выступил, победил заслуженно. И я думаю, что будет интересно теперь смотреть реванш, если сделать, потому что Макгрегор будет более злой, более мотивирован, потому что он кричал, что он очень готовился, но по этому бою не показалось, что он был готов именно к такому событию, потому что после первого раунда, где Хабиб его в партере просто вязал весь раунд, он выдохся. А это, мне кажется, это плохо.